Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня я буду кормить рассаду и делать профилактику от болезни. Составляем питательный коктейль. Для этого я беру настой биогумуса. Норму, которая указана в инструкции, я снижаю ровно в два раза, потому что считаю, что кормить рассаду надо чаще, но очень малыми дозами. Далее. Лигногумат калийный, норму, которая здесь указана, я снижаю в 3, а то и в 4 раза. И калий я даю всего 2 раза в месяц. И третий компонент моего коктейля – это препарат «Фитоспектр». Здесь есть и витамины, и основные элементы питания. И главное, что состав полностью натуральный. Здесь я снижаю норму в 2 раза. Все тщательно перемешиваю. Коктейль готов. А теперь я буду делать профилактику от болезни. Для этого мне понадобится два препарата, Аллерин и Гмайер. Я беру по одной таблетке, добавляю совсем небольшое количество воды. Вот эти препараты, они вам всем известны, Аллерин и Гмайер, биологические фунгициды. И жду, когда эти таблетки сами разойдутся, то есть мять их не нужно. Ждем минут 15, потом выливаем в 1 литр теплой воды без хлора. То есть воду нужно отстоять, либо пропустить лучше через фильтр. В течение получаса эти таблетки должны расходиться. Мы иногда вот так встряхиваем. У меня уже раствор готов. Поэтому беру питательный коктейль. Иду кормить и бороться с болезнью. Вот мои перчики, у них тут несколько видов лампы. Я их слегка, уже, как видите, расставила, чтобы все листочки хорошо и равномерно освещались. Когда делаете профилактику от болезни, делайте это вечером, чтобы ни в коем случае прямые лучи солнца не попадали у вас на растение, потому что может сработать как линза эта капля, и растение получит ожоги. Вот сейчас уже вечер, должно быть у вас тепло, все форточки закрываем, и все, что вы видите, всю зелень, которая есть в вашем доме, опрыскивайте равномерно, мелким распылением. Декоративным культурам тоже достанется. Ну вот и все. Накормила и обеззаразила. Следите за моим дневником на канале YouTube и в группе «Дачные сезоны».